готовится встречать архиерея. Батюшке 40 лет, как в священном сане. 3 февраля 2019 года, воскресенье. Мы вчера ездили в митрополию, отнесли приглашение, я как староста этой общины. Но его не было, там посмотрели все как. Купили новые скатерти, говорит, новую посуду, все убирает. Архиерей приедет. Ну, если еще не изменится, он у нас первый раз отслужит. Потеряевке он был неоднократно. Сергий Иванников, удивительный человек для нас. Но мы так и считаем, это подарок Божий для нас. Для этого были трудные отношения с предыдущим епископом Максим Дмитриев. Он куда-то в Липецк отправленный. Но перед концом тоже к нам приехал, послужил. И говорит, тут много можно поучиться у вас. Удивлялся. А это вот его приехали, он все, сразу изменил обстановку. И уже на нас, патриарши, здесь не нападает ни один священник, ни один. А тут что было, творилось, ну, буквально вакханалия. Он приезжает, русская народная линия запросила обо мне данные, он дал характеристику такую, с ней можно поступать в семинарию, в любой университет. А я до этого отблагодарил патриарха Кирилла, что такого дали нам архиерея за прошлые муки. Ни одного, говорит, епархиального собрания не начинал прежний епископ, чтобы нами не начать и нами не кончить. В отрицательном плане. И ничего не доказано, нет. Просто не расположено, и все. Как сейчас вот Славгородского поставили, тут Понич. Всеволод. И он никогда не был, ничего нет, а объявил войну с первого шага. Которые священники оттуда приезжали, всем запретил, иначе за дверями будете. Так они передали нам. Я сам не слышал. Ну и так, он глушит. Ни одного после этого к нам не было. А хорошие отношения установлены уже были. И вот сейчас. И каждый раз приглашаем на праздники ни под каким видом. То есть он, видимо, с Украины где-то. Так я понял. Ну прям призыв на Майдан против нас. Зачем это надо? А мы о нем молимся. Его имя поминается у нас в храме, когда патриарши служат здесь, священники у нас приходят. Мы принадлежим к Русской Православной Зарубежной Церкви, и мы никуда не двигались и никогда в патриархию не пойдем. Но отношения, признание акта о каноническом общении, хорошие отношения. Когда они бывают здесь, в возгласы, диакон, и сам митрополит делает святейшего патриарха Кирилла и прочее. Все как... Если, но мы им не подчиняемся. То есть они никаких указов на нас не могут издать. Ну, сейчас они баптистов будут, они там проклинать? Да нет, конечно, это не относится к ним. Не могут они католиков проклинать. Мы к ним не относимся, другая юрисдикция. Но, однако, у нас очень хорошие отношения. Мы к ним все ходим в храм. Как-то приехали епископы, наши дети там все причащались. Вот такая обстановка. Я имею право заходить сюда, но я не захожу, я чтец. Рукоположенный, чтобы мог говорить проповеди при архиерее. Ну вот так. Господь благословил нас, это 2017 год. Это я сегодня пришел тут, чтобы заснять. Интересно, тут заходить можно, нет? О, Володя здесь кормит кошек, вон они. Пойдем, кошечки, пойдемте. Вот они, кошечки, да хорошенькие такие, зиму. Беспризорные, 3 кошки кормим. У меня 3, у Надежды Васильевны 3, но... Да, она приходит к нему, он понес им. Вот они пошли, под полом. Давай, тут открывает им, они тут бегают. Все закрыто. Ну, я туда не могу лезть, и тут тяжеловато. А книги вот так закрыты, и чтобы они покрывало не срывали, 5 пакетов наложено. Ну, я ничего не вижу, тут не видать. Володя успевает. растопить, накормить. Надежда Васильевна, там все это, дрова, уголь занести. Все, да? Все. Да. Ну что, я ухожу. Посмотрел как-то, что делается. Это наши правила. У нас много еще написано здесь. Особенно ценно вот это от мэра города мне. А если я выключу свет, лучше, может, будет? Не знаю. Мэр Баварин. Баварин. Трагически погиб. Ну вот я это. А? Когда у нас прихватила колонку-то, я натаскал сразу вот эти баки с водой. Вот это и хорошо. Они все полные. Да ну-то, может, ведро-то и не брать. Еще, может взял, быть, взял. Откроет этот. Пошел колонка. Надо ему сказать, чтобы закрылся он. Ну, пойдешь, потом скажешь. Вот у нас как только заходить в храм. И тут надпись, у нас много надписей Священного Писания. Идет видеозапись для интернета. Во храме все возвещает о его славе. Вот тут заходят, тут написано о болящих, молиться. Ну все, он закроется сейчас. Закроется? Да, пойдем. Все, закрываем, а слава Богу. Вот она у нас как. Это вот два наших домика. В одном мы молимся, а в другом вот там я живу. Там он есть. Холодно. О, это Володя затопил наше. А вон там большая труба. Топится какое-то предприятие. Ну а здесь вот так. Голой-то рукой я несу, каково мне. Холод, ветер. Тут, я не знаю, градусов 25 сегодня. Ой-ой-ой. Это я пока снимаю, показать. Мне интересно, вот а там солнце восходит. И как труба, и как красиво идет. Ой. Володя тут все уголь носит. Так, на, занеси. Вот. Уже замерзла сверху. Уже замерзла. Ничего себе. Пока нес, вода застыла. А ты ушел, да? Тут дверь открылась, меня заморозило было. Ты смотри. Подернулась льдом. Да. Покормил кошек. Ты сейчас уходишь? Да, ухожу. А, книги.